Ого, все с коробками. Надо еще прям так вот как это мало. А тут две, три. Здесь две, там три. 100% наш ящик. Значит, вы увидите. 100%. Ребята, 100% наш ящик. Прекращайте воровать ящики. Если бы я еще у кого, я бы ноги выдернула. Управление. Как-то хлопнет. 100 раз. А вот это они вообще не ели ничего. И воду не пили. Опа-на. Ну, типа живее. Сила, брюква. Цып-цып-цып. Девчонки, вам там это гости приехали, идите встречайте. Так, что? Слушай, вот это подозрительно большая. Ой, большая какая кура. А те мелкие? Петух? Угу. Теперь как бы их не два, блин, было. Вот, вот, кстати, увидим, драка, если будет, все. Вот такие вот. Это еще не все. Там он одно и там одно. Это недисциплинированные курицы. Вот здесь были дисциплинированные насесты, а там нет. И вот такая игра называется бильярд. Потихонечку. Все. Убедили. Забили лузу. Сейчас они спокойно себя ведут вообще. Даже. В общем-то и не боятся даже. Да ладно. Вот. Так, и пшеницу все-таки надо ложить куда-то под навес. У нас навес вот из соломы. Здесь у меня крючок обычно. Сейчас я его еще не успел сделать. Я его сделаю, так вот он будет висеть здесь. Но пока так просто поставим. А еда у них помимо пшеницы. Все подряд. Все, что дома осталось, не выкинули. Так, здесь у них внутри есть вода, точнее на улице. А вот внутри, там теперь есть вода. Вон они, мадам. Не хотят на улицу почему-то. Вот эти четыре постоянно сидят здесь. Вот там кормушка у них висит. Надеюсь, у них хватает мозгов доглянуть до нее. Так, и здесь.
Ну сейчас они, сейчас я уйду, они разберутся все сами. Такая у нас птицефабрика дачная. Напоминаю, что если вы решили взять куриц себе на дачу там или куда-то отвезти, и нужно время, ну, допустим, даже в дороге, если вы потратите около часа, обязательно используйте для перевозки коробки, картонные коробки, и делайте как можно больше отверстий. Ну, такого размера, чтобы они не вылезли, но чтобы достаточно было воздуха. Потому что перевозка в мешках — это неправильно. Если будете вести в мешках, это очень большая вероятность, что они у вас задохнутся просто, и все. Ну, будем продолжать записывать серии наших куриных новостей. На этом пока все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока.